А вы могли бы сыграть Владимира Путина? Да легко. Я бы и Сталина могла сыграть. Скажите, каким Владимира Путина вы сыграли бы? Вы бы сыграли бы как абсолютное зло или все-таки сложно противоречивую фигуру? Мне кажется, что ему человеческое было изначально чуждо. Смотрите, естественно, если бы я разбиралась с этим персонажем и с этим образом, я, безусловно, была бы его адвокатом. Иначе никакую роль построить невозможно. И, безусловно, я бы искала в нем, в его характере, то человеческое и то светлое, за что можно зацепиться. Но мне кажется, я могу ошибаться, что у него такой психотипический тип, в котором изначально эмпатии практически нет.